Правильный тот ответ, который ты сам определишь. Это потому и называется самоопределение. Потому что только ты определяешь, кто ты. А ты ответ на стороне ищешь. В мире очень много разных мнений, а меня интересует конкретно твое, а у тебя его нет. Ты даже его сформулировать не можешь. О каком самоопределении может идти речь? Подожди, все проверяется на практике. Вот подходишь к зеркалу и смотришь, кто там. Кто там стоит? Почему ЦФ не добавил? Если ЦФ не поставил, ну тогда, получается, ты согласен. 100 примеров, подтверждающих, что это работает. Да ё-моё, ты просто вопрос можешь задать. Ты зачем мне лекцию устраиваешь? У меня несколько секунд, ты молчишь, когда я тебе задаю вопрос. Ну правильно, я думаю. В паспорте как расписался? Никак. Ты-то самоопределился, ты кто? В зеркале написано имя Сергей? Нет. Так откуда ты взял, что Сергей? Вот если ты будешь конкретно отвечать на поставленный вопрос и не сочинять, я тебе очень быстро, как говорится, мозги вправлю на место. А что такое человек? Ты понятия не имеешь, что такое человек. Ты второе слово сказал мужчина. Что такое мужчина? Почему ты говоришь, что там человек, что там мужчина, если ты понятия не имеешь, что такое человек и что такое мужчина? Что такое живой? У тебя таких определений нету. Я это знаю. Я хочу, чтобы ты для себя сам определил, кто это. Я подошел в зеркало, посмотрел, увидел. Там стоит. Ты уклоняешься от ответа на вопрос. Кто такой человек? От тебя должна конкретика исходить. Ты должен самоопределиться. Ты сам должен определить, кто ты. И вот ты определил. Че, пойдем на второй круг? Или переосмыслишь? Подходишь к зеркалу, кто там? На шестой уже круг идем. Кто в зеркале? Я тебя спрашиваю, кто там? Ты даже не знаешь, кто в зеркале находится. А у тебя получается, ты делаешь, не осознаешь, что ты делаешь. А мы сейчас трудимся все вместе над тем, чтобы из человека разумного сделать человека осознанного. Вот положи на весы два мнения, мое и его мнение. Что перевесит? Понимаешь, как легко тебе вас всех ввести в заблуждение? И почему-то все забыли, что такое сравнительный анализ. Народ разучился критически мыслить. Не надо стесняться признавать свой уровень осознанности и знаний. Расписаться мало, там еще надо вести себя как человек. Там хоть что-то написано, у тебя ты вообще сформулировать не мог. Согласен, да.